Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Сегодня с вами будут разговаривать мои руки, а именно я хочу рассказать девочкам и мальчикам, которые, наверняка каждый из вас когда-нибудь сталкивался с проблемой, чем оттереть от банки вот это вот. От банки, от коробочки какой-то, куда на клей достаточно плотно было что-то посажено. Ладно, не буду долго говорить, сейчас все вам покажу. Так, мы берем масло. Я, конечно, утрирую, что я надела перчатки. Ну, чтобы не пачкать руки, зачем вам это надо? Вот так вот наносим, вот так вот просто трем, вот так трем. Прямо все у вас на глазах происходит, видите? И все, и оно оттирается. Просто обычным подсолнечным маслом оттирается в ноль просто вообще. Кстати, девочки и мальчики, это вы можете применять еще относительно косметики. То есть на коробочках часто тоже присутствуют всякие эти лаковые, на лаковых поверхностях наклейки. Вот видите уже сколько отошло. Ну так вот, чтобы вы знали. Я один раз как-то очень-очень сильно мучилась, вообще просто безумно мучилась. В общем, масло растворяет этот клей, все сходит. Я хочу снять это все в реальном времени, чтобы меня никто тут не обвинял в подлогах. Вот. Сейчас еще один заход сделаем. Вот такие ватные диски понадобятся, обыкновенные. Так вот капельку масла, буквально капельку. И все, и проблема исчезает просто вообще сама собой на глазах. Клей этот растворяется. И то же самое мы делаем с лаковыми поверхностями коробочек. Потому что часто девочки говорят, ой, на это все липнет. Вот сейчас я это все растворю маслом. Потом протру каким-нибудь лосьоном, в котором процентов, наверное, 68 спирта. Вот, я покажу, как он выглядит. То есть его не пить надо, как вот некоторые делают, а вот именно использовать в мирных целях. Видите уже, как отошло? Вот. Может быть, не, ну, что-то где-то и осталось, но вот сейчас я буду, когда протирать это все спиртом, это все уже сойдет. Вот розовая водичка вот такая. Купила я ее в находке. Еще берем один ватный диск, наносим. Все вообще просто, проще пареной репы. Пахнет он вкусно розой. И все вот так вот, раз, и все. Итак, последовательность действий такая. Сначала клей растворяете подсолнечным маслом. На ватный диск его просто берете, вот так вот. Не знаю, там один раз промокнули и все. А потом я спирта добавила сверху, даже ничего не протирая, не промывая. А потом вы просто берете вот эту баночку и под водой, под горячий такой впрогорич, обыкновенной губкой, вот, которая грубая с одной стороны, просто таки раз и все, вот. Надеюсь, это видео было интересным и полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Это Ольга Швец.